Только подождите, сначала глаза закройте. Заходите. Аккуратно. Стоп. Открывайте глаза. Смотрите. Это наша комната. Как вам нравится? Да, мам. А вы ничего подревнее идти не могли? А чем не нравится? Ну, знаешь, такое ощущение, что этот дом уже лет 100, не меньше. Но мы с папой именно такой дом и спали. Здесь же так атмосферно, там будто попали в прошлое. Дин, как думаешь, может лучше что-нибудь продать, хоть деньги выручим? Не знаю, мне наоборот очень нравится. Вот этот шкаф будет моим, и место рядом с ним будет тоже мое. Ну и хитрюга ты, ладно. Меня и Андрей Соли устроит. Только вам можно, пожалуйста, мы хотя бы в этой комнате сделаем ремонт так, как нам нравится. Ой, ну вы серьезно, ребят? Да. Ладно, я поговорю с папой, и я думаю, он согласится, но только в этой комнате. Хорошо? Хорошо. Вы сейчас осматривайтесь, обустраивайтесь, а я пойду что-нибудь приготовлю на обед. Давайте. Хватит, смотри. Сундуки какие-то. Беспроводной, что ли? Еще полный. Древ. Смотри, еще одна дверь. Ваня тут в углу. Давай достанем его. Тяжеленный, зараз. Давай, попробуем. Алло. Саня, привет. На футбол говоришь? А где? На стадионе? А, понял. Тут недалеко. Все, хорошо, сейчас буду. Ваня, я пошел на футбол. Ваня, скажи, что будет к обеду. Только сундук из меня не открывай. Иди уже. Что же тут интересного? О, кладовка. Да ничего необычного. Телевизор. Может, работает. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте. Сдержите стоны, горькие стоны, памяти павших, будьте достойны, вечно достойны. Рекорд побил. Ну давай, заходи, проверь.
Да все нормально. Там сегодня вроде английский и историю изучали. То есть ты не помнишь, что сегодня изучали? Да вон, ну помню, конечно. Дай поиграть, а. Сегодня. Поделись со мной, расскажи, как ты можешь, пообщайся. Да там вот этих проектов.
Красно.